Друзья, всем привет, с вами Капанда, добро пожаловать в мой любимый Roblox, режим Monster Battle. Мои подписчики, друзья, просили меня в него поиграть, вот они, кстати. Мы всегда играем вместе с моими подписчиками, всем, друзья, привет, да? Смотрите, не знаю, я только зашел первый раз, давайте посмотрим все вместе. Ну, смотрите, кого я тут нашел, где-то здесь есть мой братюня, вон он. Братка, здорово, как дела? Смотрите, брателла. Ну, он продает, короче, панду за робоксы. Ладно, мы пока это брать не будем. Смотрите, какой он прикольный, да? Очки только другие, да, у него? Братюня, и какой-то ты худой. Что-то тебя это плохо кормят, а? Смотри, я-то вроде упитанный. Теперь надо поесть бамбука, наверное, побольше. Короче, в чем прикол? На единичке у нас есть ствол. Можно стрелять. Бэм-бэм-бэм-бэм-бэм-бэм-бэм. Потом есть у нас на двойку... Еще меч, можем также мечом махать, по 80 снимает, и есть вот такие, не знаю, бомбы. Бомбы кидаем. У них есть время отката, ну, грубо говоря, перезарядки, да. Дальше, у нас есть здесь магазин, где магазинчик, вон он, и там и шоп. Там можно покупать различные стволы. Я уж хочу на что-нибудь накопить, смотрите. Вот у меня здесь стартовый пистолет, да. Понятно. Короче, аккуратности, это попадание 80, дамейдж 35. Fire rate, это сколько стреляет в секунду. Ну и скорость перезарядки 172. Смотрите, УЗИ. Шотган, обалдеть. Моно. Это какого-то типа шотгана, дробовика, что ли, да? Старенький такой. Снайперская винтовка бомбическая. Вупер, вупер-друпер. Водяной пистолет. Ой, мамочка, что он такой дорогой? Точно, наверное, какой-нибудь золотой водой стреляет. Бустер, Салман. Rainbow Gown. А, стреляет радугой. А, обалдеть. Сколько стоит? 500 тысяч. Денег пока не хватает. Также есть петы. Петок тоже есть различные, там, я не знаю, смотрите, яйца. А, обалдеть. Кстати, мне дали вроде два таких нубовских яйца. Давайте хоть что-нибудь возьмем. Если вам понравится, друзья, режим, то я, конечно же, в него поиграю. Так, как мне выйти? Дайте выйти-то, пожалуйста, а. Так, выходим, смотрим. Так, вот, смотрите, у нас есть инвентарь. В инвентаре у меня есть два яйца. Правда, они обычные, да? Давайте попробуем, конечно же, откроем. Deal damage, что хочешь... А, надо, короче, нанести повреждения. Ладно, давайте побежали. Смотрите, вон яичко у нас уже есть. Обалдешечки, 3000 хэпушечек. Забегаем, конечно, Monster Zone. Давайте поохотимся на монстриков. Так, 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 map castle. Короче, карта у нас замок. Ставим ствол. Нет, давайте бомбу кинем. Где они? Вон они бегают. Смотрите, оп, бомба пошла. Пистолет. Давайте парочку их убьем. Так, по 30 я снимаю. Конечно, у меня все нубовское пока, мисс. Я здесь маленький нубас. Так, кто-то... Ого! Какой-то здоровенный, смотрите, был монстр. Мы его завалили. Зомбака. Сейчас, быстренько. Ну-ка, давайте его попробуем с меча. Оп-оп-оп-оп-оп. Так, у меня там маленько заполняется. О, мы уже практически яйцо открыли. Половина осталась. Так, где у меня жизни? Жизни вон у меня сотня, вижу. И опыт у меня копится, видите, внизу, да? Синий опыт, это хорошо. Так, седьмая волна. Блин, прикольный режим. Друзья, если вам понравилось, давайте пишите в комментариях, какие у вас уровни. Давайте, может, поиграем в него тоже, маленько поразвиваемся. Посмотрим, что там дальше. Я куплю, конечно же, получше там шмотки, оружие и так далее. Так, я хочу пострелять. А еще лучше бомбу в них кинуть. Вот так, хлобысь. Все, пускай они там потихонечку мрут. Так, сколько я их уже убил-то, а? Так, у меня... О! Healing Flower! Лечащий какой-то цветок. Появился цветок. Это типа у нас пет, да, такой что ли появился? Прикольно. Так, а как посмотреть, что интересно он делает? Блин, я не могу сейчас в битве, мне надо выйти из битвы. Давайте мы их парочку еще убьем, аккуратно! Вот этот здоровяк. Так, а если я им в голову стреляю, больше нет сносит? Нет, к сожалению, нет. Или, по-моему, да. Да, смотрите, в жбан снимаю по 70. А если в пузо, то по 30, да? А, хедшот, хедшот. А, балдежки. 8 уровня он уже, а я пока мисс только 2. Ха-ха, зомбачелы. Сколько их тут бежит. Ну-ка с мечом. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. Давай, цветок, лечи меня. Цветок, видимо, регенит мне постепенно жизни. Офигеть, по 80, смотрите, луплю. Что-то они меня сильно жрут. Еще уровень один подняли. Так, мне что-то этот... X, все поднять? Что-то выпало. Так, ну-ка давайте посмотрим. 79, 80, 90. Да, регенится жизни, это хорошо. Инопланетяшка, 10 уровня. Хм, обалдеть, какой-то он злой. Сейчас мы ему его щупальцы-то и от маленечко отрубим, да?
из пистолета опять. Я хочу купить, конечно, сейчас какой-нибудь ствол помощнее. У меня уже 3000 жизни хотел сказать. Так, кто где есть? Смотрите, можно туда наверх залезть. Давайте попробуем наверх залезть. Там мои подписчики. Ха. Давайте тоже воюйте, помогайте. Нате вам бомбочку. О, какой хитроман. Смотрите, он залез наверх. Ой, у него бочина откушена. Смотрите, кто-то откусил бочину ему. Так, жизни у меня пока 103, все пучком. Нормально, цветок меня мой лечит. Так, а я могу сейчас зайти еще попробовать другого питомца поставить. Блин, какие они все надоедливые-то, а смотрите, бегут и бегут. По 80 мы им чешем. За ухом чешем. Так, бомбу кидаем сюда. Бенчик. Оп. Оп, тихо, аккуратно. Жизни пока есть еще, не убегаем отсюда. Мы где-то наверху с ними воюем. Так, а смотрите, если мне куда-нибудь запрыгнуть и их попробовать расстрелять. Я туда допрыгну. Нет, туда я не допрыгну, конечно же, да? Смотрите, можно здесь спрятаться. Все, я спрятался, меня нету. Так. Убегаем. Health плюс 3, Strength плюс 3, Defense плюс 5 и Luck плюс 4. Давайте попробуем, возьмем вот этого. Откроем, да? Сколько также там? 3000, да, надо? Да, 3000. Сейчас быстренько повреждения понаносим. Меня убили, пока я ковырялся. Пока я ковырялся в менюшке, меня убили. Офигетушки. Так, 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 так. А где мое яйцо? Яйцо-то, надеюсь, у меня не забрали. Яйцо есть. Ну-ка. Забегаем обратно в битву, да? А, не, подождите, у меня сколько денег? 4000. Давайте я попробую что-нибудь купить. Я могу купить? А, смотрите, здесь еще и можно что-то апгрейживать. Офигетушки, смотрите. Можно буст итем левел. Хм. Короче, у меня нету материалов. Понятно, мне нужен материал. Давайте забегаем обратно туда, да? Ну, для начала я хочу зайти и посмотреть, могу что-нибудь купить. 1500. УЗИ стоит. 4000 шотган. Офигетушки. Так, а петы сколько стоят? Нет, давайте я возьму шотган за 4000, да? За 4000 покупаем. Ставим его. Так, у него повреждение 70. А у пистолета было 35. В два раза. Ровно в два раза больше. Где у нас? Фу, дробовичок. Дробовичок. Ребята, ждите меня, я иду к вам. О, это чилзон. Нифига себе, это другая зона. Смотрите, чилзон. Туда надо будет тоже, да, потом забежать. А это монстр зон. Ладно, я хочу здесь помочь, конечно, своим подписчикам. Так, где они? Где кто меня загрыз, пока я в менюшке лазил? Так, у меня нету моего яйца. О, довольно-таки быстро он стреляет. Жбан по 143 снимает. Вот это другое дело уже. Это я понимаю. Сейчас мы быстро нафармим. Зомбачелла. Дружище, иди сюда. На, жбан, жбан, жбан. Хедшот. Ай-яй-яй-яй-яй, тихо. Так, и мы открыли какого-то питомца. О, кстати, можно сюда забежать еще. Так, а где мой питомец? Вот он, точно. Health плюс 3. Даже не знаю, кого поставить-то. Че, легче? У этого зато больше дефенса, да? Давайте котика этого поставим. Где у меня котик? Во. Катакуб. Понятно. Кубический кот. Квадратный. Квадрокот, короче. Оба, на, что такое? Бустон. Это, видимо, для того, чтобы потом нам можно было апать оружие, да? Наверное, но это не точно. Капец, как долго его долбить? Не, это еще дольше. Давайте сейчас быстренько постреляем, постреляем, постреляем. Постреляем, постреляем, быра-быра, сейчас это все мотанем. Все, я взял два бустона. Короче, стон, который может бустить. Дружище, ты что прибежал сюда? Тихо, с дробовика. По 140. Так, 1300 монет у меня уже. О, еще что-то выпало. Вкусняшку. Три бустона взяли. Отлично. Так, дроид 5 уровня развалился. Побежали. Так, куда? С этой стороны. Короче, можно оттуда и оттуда вылезти, да, получается. Так, а что у меня в рюкзаке-то есть? А, это мой ствол. Смотрите, у меня 3 скиллпоинта есть. Стрендж можно, дефенс. Давайте, наверное, добавим жизни себе. Раз, два. И лак добавим. Так, тихо, меня там не грызут. Меня грызут-то.
пока я опять в менюшке был, меня опять загрызли. Так, 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 главное не отвлекаться. Стреляем. Прям по голове. Все, вроде всех расстреляли, все пучком. Так, денег у меня, ой, мало, 1800-то всего лишь-то. Так, тихо. Тихо, аккуратно. Здорово, дружище. О, так это Робзик, да? Но это не точно. Наверное, просто по фанат. Так, аккуратно. Вот за этих дроидов больше всего даются. Скелетона тоже завалим. Давайте, друзья, мочите их. Я в вас верю. Защищайте меня. А, кусает его, смотрите. Прям за попец укусил. Вон, зубы аж остались. Аккуратненько. Пятый уровень, пятый уровень. 2300 уже монет. А там насколько следующее стоило? Я, наверное, сейчас каких-нибудь петов возьму, да, еще? Петов, петов, петов. Что-нибудь повыбивать. Капец, сколько их здесь. Просто жуть, смотрите. А, какая у нас волна? Десятая волна идет. И осталось 3 минуты 20 секунд. Просто жуть. Давайте, друзья, помогайте. Ну-ка, все навалились. Никому не филонить. Всем работать. Так, у меня уже 107 жизней, видите, максимум. То есть я маленечко проапался. Так, в голову им, в голову. Так, я могу куда-нибудь спрятаться наверх. Смотрите, он его грызет. Товарищ, я тебя спасу. О, у него жизни уже осталось совсем чуть-чуть. А что на этой штучке стоит? Да я тоже на ней постою. А, это у него внизу. Понятно, я думал, он на нее встал. Ой, чуть своего не убили. Зомбачелла. Хватит моих друзей грызть, да? О, что-то поднял. Еще какой-то бустер стоун поднял. Блин, прикольный дробовик. Он быстро стреляет довольно-таки. И в голову, если стреляешь, он вообще просто сразу же на запчасти разбирает зомбаков. А где эти дроидеры? Вон они, дроидеры. За них больше всего дается. Надо их валить, роботов этих. И вот этих тоже по-бырому. 8 уровня. Офигетушки. Так, меня уже 4000 я насобирал. Вот это другое дело, да? Так, осталось 2 минуты у нас, и 10 волна идет. Давайте, друзья, по максимуму. Булочки напрягем. Так, тут что-то где-то валялось. Они меня грызут. Вы что грызете-то? А, больно же. Панду, медведя трогаете. Так. Это наши. Вкусняшка какая-то. Вкусняшку наподбирал. Сундучок, это хорошо. Так, ну-ка, давайте-ка кинем им бомбу. На, держи. И пошли с мечом, маленько помашем. Оп, оп. Ну, тоже по 80-то неплохо, да, снимает. Правда, он машет гораздо реже. Ну-ка, им в жбан можно тоже? По-моему, всегда по 80. Не, с дробовичка повеселее как-то. Можно хоть их на расстоянии, да, держать. О, уровень поднял. А, молодец. Смотрите, и у нас уже практически уровень закопился у кошечки, да? У квадра... это... кубокота нашего. Кубический кошак. 10 уровень! Нифига себе! Так. Все, второй уровень. Подняли. Кошки наши. Ну-ка, она стала сильнее, нет? Как нам зайти? Быстренько, быстренько, быстренько. Пецы. Дефенс 11 стал уже. Да, прикольно. Ну-ка, давайте-ка я цветок поставлю. А, еще уровни можно покупать. Офигетушки. Тут батл. Битву. Тихо. Я живой пока. Да, я живой. Давайте цветочек тоже раскопим. Так. А, так волна 11, 3 минуты. Мы тут долго будем играть? Я хочу отсюда выйти. Я хочу посмотреть ту другую локацию, вторую. Ого, сколько у вас тут, ребята. Вот здесь мы сейчас нафармим. Сколько у меня? 5 тысяч. 6 тысяч уже. Нормуль. Вот это пошла жара. Так, я хочу отсюда выйти. Как мне вернуться? А, вон, return to lobby. Сейчас мы вернемся в лобби. Давайте возвращаемся в лобби. И я хотел вот сюда еще сбегать. О, квесты есть, смотрите. Квестуля. Убить 30 скелетонов. Нанести 70 тысяч повреждения. Поймать 5 питомцев. Понятно, это мы все сделаем обязательно, да, друзья? Так, ну-ка забегаем. Чилл-зона. Что за чилл-зона? Здесь можно у нас чиллаут, просто расслабиться, да? Наверное, воевать-то не надо. Смотрите, можно рисовать. А, кто-то дерево нарисовал. Какая красота. Ого, я стрельнул, плюс... Офигеть, смотрите, я рисую выстрелами. Вот здесь в яблоках пускай все будет.
Короче, мне дали еще 300 опыта. Моему питомцу. Это ж хорошо, да? Смотрите, я тут бегаю, у меня что-то еще один XP, еще 300 XP дали. А зачем она дается? За то, что я тут бегаю просто? Или стреляю? Камень расстреляем. О, туда можно? Жалко, водопадик нельзя, было бы прикольно. Хм. Один экспириенс. То по единичке дается, то по 300. Прикольно. Хм. Ладненько, а что-то у меня еще есть. О, смотрите, шапка появилась. 26. Офигеть, вот что можно брать. Ага, апгрейд итем, да, для апгрейда. Короче, еще и шапки можно. Офигетушки. И стволы, да, наши? Трейс, аура. 26 дефенс и 6 слаг. Весьма неплохо, да? Ну что, побежали, повоюем еще, да? Так, мне не хватает. Давайте я накоплю, наверное, матану. Накоплю на тот дробовик здоровенный. За 12 тысяч, и мы с вами его затестим. Полетели. Так, друзья, набрал я 12 тысяч, и, конечно же, давайте возьмем. О, смотрите, дамейдж. Так, у этого 70, а у этого уже 100. Так, а у следующего 32 тысячи. Обалдеть, снайперская винтовка, да, будет. Ладно, давайте, конечно же, возьмем. Возьмем. Так, а у меня сколько осталось? 200 монет, обалдеть. Смотрите, мне что еще выпало. Короче, бита. Давайте, может, биту возьмем для прикола. Так, у него 82, да? А чуть-чуть побольше повреждения. Будем сейчас битой наносить. Эть, так, я, кстати, квест еще не выполнил. О, почти квест выполнили, да? Ладно, давайте затестим теперь, наконец-то, нашу ружбайку новую и эту биту. Я хочу битой повоевать, да. Кто где есть зомбачки? Выходите, нечисть зеленая. Ну че, а где вы все? Давайте скелету по башке настучим. Хлобысь, хлобысь, готовченко. Так. И дроиду. Так, и, конечно же, давайте дробовик затестим. Ого, по 200 в голову стреляет, да? Выглядит он вот так вот. Так, так его плохо видно. Во, вот так вот. 12 тысяч стоил. Ну, в принципе, недолго мы на него фармили, да? Я думаю, здесь можно будет, кстати, быстренько все купить. Фу! Инопланетянская тарелка. Кого-то забрала. Либо высадила еще на планетяшку. Капец, нифига себе, там их сколько бегает. Вы чё там? Подписчиков моих обижаете, что ли? Сейчас со всеми разберемся быстро. Всё. Нахлобучили. И тебе, красавчик, тоже, да? Всё, уже 1000 насобирали. 1000 довольно-таки быстро накопилось. 10 уровень. Интересно, здесь будут потом какие-то мобы более высокого уровня для того, чтобы, ну, больше за них давалось. Потому что максимально я пока 10 увидел. Или 12, по-моему, да, друзья? 8 уровня. Так, уже 2500. Все, насобирали. Все, вроде пучка резом. Так, давайте гранату кинем им. Оп. И полетели дальше расстреливать. Ай, восстание зомбаков. Чего они все на меня кидаются-то, а? Я же добрый. Да, цепитесь вы от меня. О, я уровень 9 поднял. На следующий уровень уже нужно 500 XP. Видите, потихонечку внизу она закапливается. Ладно, возвращаюсь я в лобби, друзья. Ну и что? Вот такой видос у нас получился. Если вам будет интересно, давайте же, конечно, поснимаем еще. Я куплю по максимуму там все. Смотрите, я как раз квест собрал.
Квест мы забрали. Так, а у нас 17 часов идет, да? Ну ладно, даже если что, потом все заново пройдем. Ну что, видос я завершаю, друзья. Всем спасибо огромное за просмотр. Обязательно ставьте Лукаса и подписывайтесь на канал. Будет куча видосов и будет куча стримов, да, друзья? Ну а с вами был Капанда. Увидимся на просторах Roblox. Всем пока-пока.